Казанский федеральный университет получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по направлению подготовки биотехнологии. Почему мы решили получить лицензию на проведение обучения по этим направлениям? В первую очередь, потому что биотехнологии – это стратегически важное направление как в нас стране, так и за рубежом. Потому что биотехнологии сейчас занимают все больше и больше места в различных отраслях деятельности человечества. Биотехнология и биоинженерия – признанные мировые перспективные направления. Как сообщила директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская, исследования в области биотехнологий уже много лет проводятся в Казанском университете. Еще 30 лет назад под руководством профессора биологического факультета Риммы Наумова была организована лаборатория биотехнологии. Позже в Институте экологии и природопользования был создан научно-образовательный центр АКО и экотехнологии. Эти лабораторные центры не только вели исследовательскую деятельность, но и специализировали студентов биологического и экологического направлений. Это направление является крайне важным и в рамках Российской Федерации, потому что сейчас в России открывается большое количество биотехнологических производств. Биопрепараты в сельском хозяйстве призваны заменить пестициды и минеральные удобрения. Биотехнолог – это не только производственник, это еще и ученый, который занимается исследованиями по изменению свойств живого организма. В частности, используют передовые технологии молекулярной биологии, генетические инженерии, чтобы решить всевозможные медицинские проблемы и помочь людям и окружающей среде. Амир Ахтямов, Универньюз.